Всем еще раз привет. Рады всех видеть, кто подключился к нам сейчас в онлайн. Рады мысленно с вами, с теми, кто смотрит нас на YouTube. Там первую запись первой лекции уже там почти 400 раз посмотрели, что здорово, мы рады. Да, сегодня у нас последний вебинар нашего цикла по разработке, и сегодня мы будем говорить там, в том числе про основы конфигурации проектов и публикации проектов в Docker, в PyPy, Siran и прочее. Да, про Pipe, Siran и немножко про Docker поговорим. Да. Да, все, давайте Вот. тогда Да, сейчас... Павел, пожалуйста, да. Да, все, давайте тогда пошарю экран. Значит, не знаю, видно экран или нет. Какие-то вещи, возможно, я Видно, да. практически в экспромте говорить. Некоторые вещи я заготовил заранее, потому что в каких-то вещах я больше уверен, в каких-то вещах чуть меньше. Но все же тоже достаточно важно. Значит, смотрите, мы будем говорить про сборку пакетов, про то, как их деплоить и так далее. Значит, сразу скажу, что это процесс в какой-то степени простой, но в какой-то степени и сложный. Поэтому нужно будет правильно простроить некоторые приоритеты, да, и все-таки, если мы хотим, чтобы наш пакет каким-то образом публиковался, то зачастую нужно, чтобы у нас установка была при помощи одной команды. Почему? Потому что зачастую, когда мы говорим про сборку пакетов, вот я даже в научных статьях сталкивался, что люди не могут докеризировать свое окружение. Вот от слова совсем. Поэтому хотя бы какие-то инструкции по установке пакетов нам все равно нужно будет обеспечить. Значит, поэтому сегодня мы поговорим сначала про хранилище Pipe, которые интересные. Собственно, зальем наш пакет, который про треугольнички, которые мы начали тестировать в прошлый раз в регистре, именно в регистре пакетов. А дальше мы уже посмотрим, возможно, успеем про Docker. И я немножечко проговорю про Siran, потому что если Pipe – это открытый источник именно публикации архивов, то Siran, к сожалению, это далеко не открытый источник, и там есть некоторые прерогативы, которые нужно исполнять. Итак, значит, план наш сегодня будет делать, как именно делать релизы, да, то есть что на самом деле у нас открывается в механизме GitHub Actions относительно кнопки релизов. Дальше, как использовать независимые решения для окружения, то есть немножко поговорим про то, как устроен Docker. И дальше посмотрим, как заливать пакеты для сборки. То есть, точнее, мы начнем с вами сначала с заливки проектов, вот, а дальше уже потихонечку это все доавтоматизируем. Итак, значит, давайте я спрошу следующий интересный вопрос. Как вы думаете, что происходит, когда мы делаем команду pip install? То есть, когда мы ставим какой-то пакет через pip install? На самом деле происходит очень много разных всяких интересных вещей. Так, сейчас посмотрю. Но это, конечно, весело, что загружаем и устанавливаем пакет из сети. Но как мы загружаем и устанавливаем пакет из сети? Это такой достаточно интересный вопрос. И первый способ, как это мы можем узнать, на самом деле, это взять и попытаться поставить какой-нибудь пакет в какой-нибудь из окружений. Давайте посмотрим внимательно, что у нас происходит под капотом. Значит, так, это у меня окружение немножко другое. Сейчас я попытаюсь... О, отлично, да. Вот оно у меня окружение. Я использую Python 3.12. Значит, и давайте вот у меня уже активировано виртуальное окружение. Давайте, чтобы чисто все было, я использую пакет virtualenv. Собственно, окружение лучше ставить отдельно. Укажу версию Python 3.12 и укажу название нашего пакета. Значит, смотрите, в чем удобство активации через virtualenv, что если я покажу, собственно, окружение в .env, давайте лучше с опцией минус «-a», то, видите, тут автоматически добавляется gitignore. Далеко не все системы добавляют gitignore в env, поэтому мы не можем его закоммитить. Вот, и давайте мы активируем это окружение.
Source bin-activate — это Bash скрипт, который нам по факту меняет путь к питону. Давайте покажу. Вот у меня первый Vitch Python 3, да, вот он Python 3. Я делаю source env bin-activate. Вот, у меня поменялся путь к питону. Вот, и я могу его исполнить. Давайте мы сейчас попробуем поставить с вами тот же самый NumPy, но немножко другим способом. Мы поставим его через опцию минус-минус verbose. Значит, что дает флаг verbose? Он показывает, как у нас прилетают наши запросы. Так. У меня на самом деле стоит уже кое-какой NumPy. Да, то есть, видите, у меня на самом деле он пошел искать наш пакет в системе, которая является системой нашего репозитория. Вот, и дополнительно он использовал кэшинг мод. То есть у нас используется кэшинг мод, и у нас находится кэшит NumPy. То есть у нас есть какой-то файл, который у нас где-то был закэширован. Где он находится? Он находится у нас в папке кэш pip. Можете pivo2. Так, дайте-ка я найду его. Так, сегодня у нас какое? Давайте делаю так. Тут очень сложно найти. Давайте я специально сделаю find минус type f минус name звездочка.hell. Я попытаюсь найти файлы. Так, и мы ищем это все в cache.pip. Это потом еще будет иметь некоторую роль. Так. Сейчас попробую найти, где он находится у нас. Ну, в общем, главное, смотрите, в чем особенность. Давайте еще раз восполним pip install. И давайте я пропишу cache dir тест. И сделаю минус-минус verbose. Вот, то есть у нас, так, кэш директория у нас не появилась, но не суть важно. Значит, в общем, тут важно будет увидеть следующую вещь. Так, давайте я еще раз удалю NumPy. Вот они. То есть у нас появляются какие-то файлы, которые называются библиотечными файлами, которые у нас будут интересны. Поэтому давайте мы сейчас как раз попробуем установить NumPy меньше версии меньше, чем второй. Значит, в марте возникла такая проблема, что NumPy обновился до второй версии и сломал всю обратную совместимость. Вот, поэтому смотрите, мы выкачиваем с вами специальный файл, который называется will пакетом. Вот, и я его поставил. То есть вот у нас файл. Значит, важно, что это файл размера расширением VHL. Это так называемые will пакеты. И как они выглядят? Давайте я покажу как раз это в репрезентации. На самом деле у нас есть несколько сборок наших пакетов. Значит, первое, Python Packaging, которое у нас есть. Значит, у Python есть три способа распространения пакетов. Первый способ распространения пакетов – это стендалон модули, то есть которые у нас не собраны через исходники. Второе – это sdist, то есть это чисто source distribution, pure Python пакет. И третье – это то, что называется Python packages, или так называемые колеса. Вот, собственно, когда нам нужно использовать интеграцию разных языков программирования, то нам нужно использовать так называемые разделяемые библиотеки. То есть это ссылки к файлам, которые мы можем вызвать извне. Вот, и здесь как раз наша цель и уметь паковать это все в правильном формате. То есть по факту мы можем считать, что sdist это у нас просто сырцы, исходные файлы, которые мы можем запустить как есть. А есть will пакеты. То есть цель такая, что когда вы пытаетесь установить sdist, то если у вас есть какие-то расширения, то и у вас нету подходящей версии для вашей операционной системы, то пакет попытается запуститься из исходного кода. То есть вы попытаетесь именно собрать пакет на уровне операционной системы. Если вы пакуете will пакет, то это означает, что вы прямо даете бинарный пакет, который вы можете просто поставить как обычную утилиту. Вот, поэтому максимальной целью, которая у нас будет являться, это поставить как раз вот такие вот will пакеты. Так, понятна ли вот эта мысль? Все,
Все, хорошо. Значит, теперь давайте попробуем посмотреть, как у нас все происходит с релизами. Да, у нас есть... Да, я как раз вот это вот источника, вот тут прямо очень хорошо все достаточно описано, вот этот туториал, я по основам им как раз идет. Значит, у нас есть релизы. Да, мы можем, смотрите, из вилла мы можем видеть исходный код на питоне, но при этом не можем видеть исходного кода на других языках программирования. Вот. И как бы логика здесь такая. Да, то есть это специально сделано, то есть чтобы не распространять сишные библиотеки. Вот, то есть мы как бы, давайте я попробую сейчас как раз, я хотел показать, где у нас ставится вилл пакет, вот он расшифрованный как раз на ампаевский, то есть у нас есть библиотечка как раз, вот, и есть как раз сайт packages numpy, то есть если мы перейдем вот это вот все дело, вот у нас есть разделяемая библиотека как раз для numpy. Давайте я как раз открою, чтобы было понимание. Я открою через специальный редактор MCView. Так, сейчас, секунду. Так, у нас все пакеты идут сюда. HCE, HCE Open Source, Venv, Lib, Python 3.12, Site Packages, NumPy. Вот он, NumPy. Тут здесь исходные файлы, в том числе, которые скомпилированы при помощи Cython. То есть это py, папки, pxd. Нас это, наверное, сейчас будет не интересовать. И вот они, NumPy Lips. Вот они как раз файлы. То есть здесь есть прямо ссылка на Fortran. Здесь вот он, библиотека. Значит, есть специальный MC-редактор, который я использую, и через MCView можно посмотреть содержимое разделяемой библиотеки. Ну, вот оно, он как раз... он, видимо, не позволяет его посмотреть. Иногда можно посмотреть простые достаточно библиотечки, которые есть. Вот они. То есть это те функции, которые у нас зашиты как интерфейс. Внутри нашей штуки. То есть прямо посмотреть можно, какие сишные функции дергаются, ну и исследовать. Особенно это сделано, когда у нас есть какой-то закрытый исходный код, вот, и мы не хотим показывать источники. То есть вот, допустим, здесь ядра, есть здесь есть ядра для перемножения чисел AX плюс Y. То есть как раз NumPy подключает эти библиотеки. Поэтому в этом плане лучше вот пакеты, которые у нас идут с другими языками программирования, распространять как раз через... Через вилл пакет. Вот. Теперь, как эти вилл пакеты собирать? И вообще, как собирать пакеты? На самом деле, способов здесь не очень много. И зачастую используется пакет под названием Project Tool. Этот, Setup Tools. Значит, давайте я как раз покажу, как он работает. Давайте я даже Visual Studio Code открою для этих целей, чтобы было понятно, как это работает. Значит, наш проект сильно разросся. Я сейчас буду объяснять, что в нашем проекте по треугольникам появилось. Здесь появился отдельный файл, который называется setup.py, который вызывает вот следующие вещи. Давайте сначала без тех вещей, которые нас не будут интересовать. Я вот это закомментирую. И вот это закомментирую. Значит, мы берем и ставим пакет под названием Setup Tools. Значит, его можно ставить в отдельном окружении. То есть, видно, раньше он ставился с системной поставкой, но потом pip поменял, пакетный менеджер поменял настройки, и поэтому сейчас его нужно ставить. Значит, как работает Setup скрипт? Вам нужно вызвать функцию Setup, в котором перечислить некоторые параметры. Значит, какие параметры важны? Значит, первое – это название нашего пакета. Это обязательный параметр, который позволяет нам использовать наш код. Значит, дальше. Версия нашего пакета. Здесь я ее зашил конкретно. Это версия пакета 1.2, потому что 1.1 я уже зарелизил. Значит, релиз. Значит, вторая версия. Значит, автор. Указываем автора нашего пакета. Дальше у нас указывается packages, то есть какие пакеты мы хотим запаковать в финальную установку. Можно использовать модуль find packages, который пройдется по системе, то есть по нашей директории, и попытается выделить пакеты модуля, которые являются пакетами, то есть в которых есть файл init.py.
Вот. Можно попытаться сделать чисто пакеты, но тогда он может захватить папку с тестом. То есть с этим нужно аккуратно. Вот синтаксис, который позволяет это заменить. Дальше нам нужно сделать long description для нашего пакета. То есть пакет для вычисления, там, что-то я написал. Triangle sums. То есть здесь пишется long description, и long description обычно нужно написать в формате RST. Дальше, значит, опция install requires, то есть это необходимые требования к установке пакетов. Значит, здесь можно пытаться сделать все это через requirements.txt, либо попытаться сделать это через файл там sparsing, либо указывать пакеты. То есть здесь нотация ровно такая же, как у нас идет в синтаксисе requirements.txt. Requirements.txt файл удобен для того, чтобы мы как раз могли использовать вот они пакет. Да, тут надо, правда, разделять требования для разработки и требования для исполнения проекта. У нас в библиотеке нету никаких зависимостей, поэтому вот пока что мы идем ровно так, как есть. Значит, и дальше у нас можно поставить специальное расширение. Я тут использую библиотеку PyBind, которая позволяет нам собрать CPP-шные файлы. Вот, пока что мы это откомментируем. Давайте я сейчас как раз покажу, как это все работает. Значит, у нас есть env пакет. Да, и давайте мы как раз поставим в него кое-какие инструменты. Значит, нам понадобится для сборки install setup tools. Это первое. И второе, это поставить пакет build. То есть setup tools стал deprecated. То есть раньше, если вы видели в документации, можно было написать Python 3 setup py develop или Python 3 setup py install или Python 3 setup py.build. Видели такие инструкции в пакетах? Вот, этот способ недавно устарел, и сейчас ему на замену тоже пришли новые инструкции. Давайте как раз их и посмотрим. Значит, вот они новые инструкции, которые позволяют устанавливать пакеты. То есть, по факту, Setup Tools перешел как составную часть пипа. То есть, пакетный менеджер теперь умеет ставить пакет из окружения. Значит, дальше у нас есть editable пакет, то есть это как раз модуль, который ставится для разработки. И есть команда build, то есть есть объединение двух команд. Первая sdist собирает sourceDist, и вторая bdistWill, которая собирает binary distributionWill. Дополнительно через команду bdistWill можно подключить питоновские инсталляторы программ для графического интерфейса. Но мы с вами как раз этим сейчас, наверное, заниматься не будем. Это отдельная тема, ее нужно обсуждать. То есть единственное, что я скажу, что есть модуль, который я сейчас напишу. Он называется PyInstaller. PyInstaller есть и ECXFreeze. Собственно, если вам нужно будет собирать бинарные библиотеки, то можно делать как раз вот эти вот источники. Вот эти установочные пакеты. Значит, давайте сейчас попробуем собрать пакет. Значит, куда он установится? Давайте Python... Так, давайте поставлю build. Вот, я поставил build и поставил setup tools версии 75.3.0. Давайте, чтобы было по-честному, мы с вами еще создадим пакет, специальный модуль dev.txt. То есть это модуль, который необходим для того, чтобы мы с вами работали с бинарными пакетами. Значит, обычно здесь пишется, что мы хотим сначала поставить файл requirements.txt и дальше пакет, который нам нужен. Нам нужен build, нам нужен будет setup tools на текущий момент. Вот, и теперь мы можем запустить с вами пакет, который называется python-m build. То есть мы вызываем с вами модуль, который мы хотим с вами сделать. Так, давайте я сейчас удалю лишние файлы. Triangle, это мы удаляем. Info. То есть это информация о релизах, которая есть. Значит, и теперь мы попытаемся с вами. И давайте я удалю папку dist. Dist для distribution. Значит, и давайте попробуем собрать наш модуль. Вот, видите, и он взял installation environment и по факту создал удаленное окружение, в котором он это все сделал. Дальше мы добавляем файл лицензии. То есть, видите, он умеет парсить файл лицензии. Дальше написал несколько манифест файлов. Собственно, вот он.
Вот он, манифест файл, который он сделал, и указал исходники, которые у него изначально были. Вот. Дальше он скопировал здесь папочку с тестами, да, то есть он проинициализировал их и собрал информацию о package-info. То есть вот она, package-info. То есть он собрал вот такой вот манифест. Он приблизительно таким же образом выглядит и для пакетных менеджеров. Здесь нам сразу говорят, что типа неплохо было бы правильно прописывать версии пакетов. Да, то есть у нас пока что distribution не очень хороший. Вот, и дальше он уже пошел собирать еще раз пакеты. То есть это source disk, где мы пакуем все пакеты. А если мы посмотрим, куда он пакует build dist, то есть дистрибутивы для сборки, то здесь уже папки становятся пустыми. То есть в папку lib у нас уезжает наш модуль. Вот. И в итоге он собирает два модуля. Значит, первый это target-z архив, который у нас есть. И второй архив это view пакет. Значит, на самом деле мы сейчас их уже можем скачать, да, и добавить их вручную в релиз. Ну, то есть у нас получается как раз вот они модули, которые мы с вами собрали. Давайте я сейчас попробую это закоммитить сразу. Значит, добавим при этом все лишнее в gitignore. Так, у нас gitignore уже есть. Значит, coverage, веточка, значит, dist. В папку src мы сейчас будем добавлять. И звездочка экинфо. И папку build тоже мы не должны коммитить. Ignore. Вот. Git src. Итак, ну и PyProject.toml, я про него чуть позже поговорю. Здесь указаны просто конфигурации для установки, для линтеров и так далее. То есть их можно прописывать. Здесь я как раз поставил, что для системы моей сборки нужны вот эти пакеты. То есть он ставит их в отдельном а-ля виртуальном окружении. Давайте мы сделаем v1.2 committed. Делаем git push origin main. Заливаем. Ну и давайте создадим версию нашего тега. Вот он у нас релиз. Соответственно, давайте мы создадим с вами вручную релиз. Вот, и попытаемся как раз прикрепить previous tag. Поставим один. Вот, собственно, edit CI. И вот сюда как раз мы можем прихвостить наши бинарные файлы. Так, это у нас HSE, HSE Open Source, dist. И вот эти вот два файла мы заливаем с вами, чтобы у нас другие люди могли выкачать эти пакеты и поставить их локально. Значит, они поставятся на любом пакете, используя Python 3, потому что здесь у нас указано 3 HSE Open Source, 1.2, файл none, и дальше у нас идет any. Это означает, что none, это она поставится под любую архитектуру. Any, это означает, что мы поддерживаем разные версии операционных систем. То есть, поскольку у нас сейчас не было никакого C++ нового кода, то у нас нет никаких ограничений. Так, хорошо. Давайте я спрошу, понятна ли вот эта часть? Какой версии Python? Тут лучше указывать не версию Python, версии Setup Tools. Давайте сейчас посмотрю. На самом деле это легко делается. Вы смотрите, делаете setup py dist build. И он укажет, начиная с какой версии это не работает.
Ну, с октября 2021 года. То есть нам говорят, что setup tools deprecated, и вот она статья, которая говорит про вот эту вещь. То есть раньше был distutils, теперь у нас получается еще один раз пеп обновился, ну и теперь решили наконец-таки причесать это все дело. Сейчас есть даже фишка в том, что вы не можете в систему поставить пакеты, если у вас версия Python 3.12. То есть вам в глобальном окружении скажут ат-ат-ат, типа Python 3.12, мы запрещаем вам ставить пакеты в систему. Если вы уверены, что вы хотите сломать пакеты в системе, то ставите минус-минус break system packages. По-моему, такая опция. Вот. Ну и, в общем, тут прописано, что Setup Tools не хочет больше поддерживать просто command line интерфейс, и, собственно, они говорят, что мы хотим чисто заниматься библиотекой для сборки пакетов. То есть, чтобы это был вызов функции. Так, хорошо. Давайте тогда поедем дальше. Значит, теперь давайте научимся паковать пакеты. Отправлять пакеты в PyP. Значит, PyP это самый популярный package manager, вот, в который, в принципе, можно опубликовывать разные пакеты. Значит, и для того, чтобы не было никаких проблем, ну, чтобы вы с первого раза не косячили и так далее, есть зеркальное зеркало PyP, называется Test PyP. То есть это отдельный instance Python packages, который позволяет вам создавать инструменты для дистрибьюции, не изменяя реальный индекс. То есть, чтобы сразу ваш пакет не попал в pip install. Значит, поэтому давайте мы посмотрим. Я на самом деле тут уже кое-что поставил. То есть, если сделать HSE так. Triangle. Вот он, Triangle HSE open source. Да, то есть вот он у нас как раз description, и нам говорят, что у нас description не provided. То есть это версия пакета, который у нас есть. Значит, вот он даже я maintainer. Собственно, давайте как раз это починим. Значит, тут мы сразу видим, что в нашем пакете не хватает description. HSE. Source. И видно, что как раз, если посмотреть на модуль автор, это должна быть строка. Вот. И есть этот автор e-mail. Ну, давайте я укажу свою почту. То есть здесь параметров очень-очень много, и их можно изучать. То есть причесывать эти пакеты прямо вот очень много как. Так, ну все, давайте теперь мы тогда еще раз соберем наш пакет. Да, действительно, запятую забыл. Вот. И теперь попытаемся залить наш проект. Значит, для того, чтобы отгружать пакет в регистре, есть команда twine. Понятно, что нам нужно ее поставить. Вот. И добавить ее в requirements.txt. Желательно, конечно же, использовать корректную версию. Поэтому мы запускаем еще раз команду. И смотрим, какую версию мы использовали. Можно как раз поставить соответствие версии. То есть, что мы говорим, что наш твайн должен соответствовать версии 5.1. То есть у нас позволительная манипуляция 5.1, 5.1.2, 5.1.3 и так далее. Вот. Так, теперь давайте попробуем вызвать команду twine. Вот. И она позволяет нам проверить наш пакет. То есть первое, что нужно сделать, это проверить наш пакет перед дистрибьюцией. Поэтому мы берем twine check, указываем и указываем директорию dist. Давайте сначала target проверим. Вот, и видно, что у нас указывается content type. То есть, в принципе, мы можем прочитать информацию из файла. И дополнительно мы можем проверить наш пакет, view пакет. Вот, тоже говорит, что check passed. Значит, теперь давайте мы попробуем залить наш пакет. И указать twine upload. И теперь смотрите, можно указать индекс, который у нас указывается.
минус-минус репозиторий тест по IP. То есть мы будем заливать в тестовый по IP и укажем пакет dizzy-звездочек. Куда мы будем заливать? Значит, давайте покажу, что у нас с пакетным менеджером происходит. Так, вот он тест по IP у нас. Теперь вот он у нас юзер. Давайте я специально сделаю логаут, чтобы вы понимали, как современные системы работают. Это в том числе GitHub касается. Вот, я должен зайти. Ну, то есть, во-первых, вам нужно будет зарегистрироваться. Я захожу в тест по IP. Не понял. Вот, и здесь первое, что у вас может быть, это вам потребует сделать публикацию аккаунта. То есть, как бы здесь очень жестко все с двухфакторной аутентификацией. То есть, когда будет использоваться двухфакторная аутентификация, вам нужно будет настроить определенное приложение, которое называется Time-Based One-Time Password. То есть я пользуюсь Microsoft аутентификатором, и в первый момент времени вам предложат сгенерить recovery коды, то есть через которых вы сделаете первую авторизацию. Да, то есть у вас получается нужно использовать именно носители, через которые вы будете доставлять информацию. Это очень важно. Значит, и дальше нам нужно будет сгенерировать токен. Значит, мы можем генерировать токен на определенный сервер, либо сгенерировать токен на определенный проект. То есть можно scope поставить. Причем пока вы не загенерировали первый проект, у вас не будет сгенерирован токен. Значит, давайте я поставлю токен. Open source. Значит, и выберу scope Triangle HCE Open Source. Значит, вот он токен. Давайте я его сохраню где-нибудь. Пусть пока он здесь валяется у нас. И попытаюсь загрузить наш пакет. Значит, мы грузим сразу поставкой. Мы будем скачивать с вами диск-пакет и ставим вот эту штуку. Так, нам предлагают ввести как раз токен. Вот, у нас загрузился пакет, и в итоге мы теперь можем поставить наш пакет. Вот, дополнительно можно прописать сразу токен, который у нас есть, прямо в репозитории. То есть указывать, собственно, distribution utils и указывать имя нашего пакета. То есть так вот это будет, ну, более красивый способ. Да, единственное, токен не коммитим, собственно, можно использовать переменное окружение. env.token. Вот. Ну и получается, здесь нужно будет указывать еще имя окружения home по IP, для того, чтобы это настроить. Да, то есть это вообще прячется в домашних настройках проекта, вот, который нам заливается. Значит, давайте посмотрим, все-таки залился у нас проект или нет. Вот он у нас HCE Open Source. Мы можем им управлять. И вот у нас версия есть, версия 1.2. Вот, мы можем ее управлять и посмотреть, как загружается. То есть все релизы идут через Yank. Вот, и вот он у нас наш pip-пакет, в который мы с вами залили наш репозиторий. Вот, и вот теперь maintainer есть и подхватился как раз моя почта. Вот она, релиз history, то есть у нас сейчас версия 1.2, и вот предыдущая версия была у нас версия 1.1. Так. Давайте я спрошу, понятно. Или нет, то, что сейчас произошло, что мы залили пакет на пайпе, получили ключ для авторизации и... Могли с ним авторизоваться. Хорошо, значит, теперь давайте попробуем, я покажу, как ставить из пайпе тест. Ну, на самом деле, нужно указать индекс. Давайте как раз... Попробуем это сделать. Значит, вот она команда, прям pip install -i. Здесь мы указываем ссылку на
тест по IP и делаем название нашего пакета. Так, у меня экран. Давайте сделаем так. Вот, мы поставим пакет. Так, ага, смотрите, значит, у нас интересная версия, да? И нам предлагают следующее, что оказывается нам нужен Setup Tools. То есть нам нужно, вот изначально он Setup Tools не ставит. Так. А, есть подозрение. Кто-то в requirements PyBind не поставил. Сейчас. Во. Сейчас, секунду. Так, вот он, пакет у нас полный. Сейчас, секунду. Cold fight version this Серьезно? Ну, вот он, поставили. Ладно, нужно будет поправить наш пакет. У нас получается... Видимо, из-за того, что я пытаюсь build dependencies поставить, вот, он и не ставит этот пакет. То есть еще раз, вот у меня как раз, вот он проект, который есть, Project OML. Вот, и в нем стоит этот пакет PyBind 11, и, видимо, он как-то с этим делом не дружит. В общем, тут можно поискать в Гугле. Ладно, давайте пропустим этот момент. Пока что мы чисто загрузкой занимаемся. Вот, если будет время, то мы это пофиксим. Ну, в общем, главное, что указать опцию минус и для установки наших пакетов. Нужно будет, этого будет достаточно. Так. Давайте попробуем двинуться дальше. Значит, с нашим пакетом. Значит, теперь давайте попробуем поставить расширение для C++. То есть у нас бывает такое, что у нас есть код, который хотелось бы запускать и на языке C++. Вот. И тогда нам нужно будет сделать следующую вещь. Значит, есть специальные пакеты, которые поддерживают внешние системы сборки. Вот. В нашем случае будет вот такой вот файл. Значит, у нас будет использоваться пакет PyBind 11, который нам соберет библиотеку. Значит, и здесь мы указываем, что у нас будет PyBind 11 модуль. Так осуществляется интеграция C++ и питоновских решений. И вот у нас есть C++ функция add, которая прибавляет числа int и j и создает результаты плюс j. Ну и дальше здесь есть документация для нашего модуля, который будет называться CPP extension. Функция называется add. Дальше у нас есть функция под названием subtract. Вот, то есть мы можем здесь подключать функции и дальше указывать, собственно, версию нашего пакета. Вот. И как это подключить к сборке нашего проекта? Нам нужно в setup.py указать, что мы хотим собрать отдельное расширение. На самом деле расширений много. Расширений есть для системы сборки CMake и есть для других систем сборки. Вот. А когда мы подключаем его, нам нужно будет подключать external модуля. То есть давайте как раз поставлю.
Bint 11. Вот оно, я думаю, он сейчас зарешится. Вот, и вот он extension. Чтобы писать свой extension, он должен наследоваться от класса extension. То есть он будет именно собирать наш код и генерировать вот этот вот самый библиотечный файл. Значит, давайте я поставлю версию пакета 1.3. Вот, и здесь поставлю, здесь нужно будет поставить, что мы, собственно, заменяем класс, вот, что он будет добавлять highest supported C++ level of extensions, вот, и второе, это добавлять external модуля. Собственно, что мы подключаем external модуль. Значит, я предлагаю сейчас собрать. Так, давайте я как раз PyBint 11 тоже включу в сборку. Вот, то есть у нас теперь собирается пакет версии 3.11, и видно, что у нас как раз собирается еще код на C++. Вот. И в итоге у нас получается, появляется библиотека, которая называется CPP Extension, которую мы тоже можем подключать. Если мы теперь попробуем зайти в папку dist и попробовать vim открыть вот этот вот source пакет, да, то здесь мы увидим с вами именно исходники. Вот. А здесь я сейчас еще сделаю следующее. Vil это на самом деле zip-архив. Поэтому мы можем его распаковать. Вот, у нас появляется как раз отдельный файл CPP Extension, CPython и так далее. То есть у нас собрана библиотека CPython 3.12 и собрана версия пакета GNU. То есть 64 GNU. И смотрите, как называется наш пакет теперь. У нас собран пакет при помощи CPython, CPython 3.12. Дальше у нас указана архитектура, что это Python 3.12. Указано, что архитектура собрана на пакете Linux 8664. И теперь давайте мы попробуем сделать следующее. Find check. Так, сейчас. Так, секунду. Приношу извинения. Проверим наш архив. Ну, кажется, работает, да? То есть никаких проблем у нас тут особо нету. И нам нужно теперь залить наш пакет. Ну, давайте попробуем. Значит, тут HSE Open Source 1.3 info. Давайте я все-таки почищу папку. И теперь мы сделаем следующее. Еще раз сделаем twine upload, test по IP, dist, звездочка, triangle, HSE, поставим 1.3, звездочка. Так, у нас есть токен. И получаем ABET request. Вводим токен. И давайте посмотрим внимательно, что нам говорят. Нам говорят, что платформа Linux x86-64 не поддерживается. Мы такие думаем, что? Почему это так? А на самом деле в пакетном менеджере в PPS сделано так, чтобы мы не зависели больше от версии пакетов, которые у нас есть в версии Linux, а больше зависели от версии библиотеки Glibc, под которую мы собираем. Потому что на самом деле вся операционная система, которая у нас есть, она так или иначе висит на сишном ядре. Вот. А поскольку она висит вся на сишном ядре, то нам очень важна версия библиотеки Glibc. Вот. И для того, чтобы это все исправилось, мы пытаемся наш пакет, который есть
пересобрать вот этот вот файлик, который у нас SO, в таком формате, чтобы он воспринимался именно конкретной версией библиотеки Glipsy, а не классической сборки. Вот, и эта библиотека называется... Сейчас, дайте-ка посмотрю. Мне это в презентации написано. Библиотека называется AuditWheel. Значит, что делает библиотека AuditWheel? Она позволяет вам собрать, собственно, под определенную платформу наше расширение. Вот. Поэтому мы ставим AuditWheel. Вот она. Значит, и нужно будет поставить еще одну библиотеку PyChelf. Потому что нам нужно будет исправлять наш файл. Вот. И сейчас мы как раз поставим это все дело в библиотечку. То есть мы делаем requirements dev. Вот. И указываем auditwill patchelf. Значит, давайте теперь я сделаю следующее. Я укажу auditwill repair. И здесь важно указывать платформу. Я собрал все под платформу 2.36, максимально поддержку, но у меня у самого версия Glipsy 2.34. Поэтому давайте я сразу соберу под версию 2.34. Вот, и у нас как раз поправился наш вил пакет. То есть он написано Fix it up, вил written. То есть у нас теперь получается версия нашей библиотечки подправлена. И теперь название нашего файла называется, видите, CPP 3.12, CP 3.12, Mini Linux 2.34, x86.64. То есть тут уже будет все зависеть от версии библиотеки C++, которая у вас стоит. Вот. Но важно теперь, что мы это собрали под CPython 3.12. Соответственно, если нам нужно будет собирать это под несколько разных библиотек, то нужно будет делать матрицу сборки наших пакетов в GitHub Actions. Вот. Поэтому давайте мы сейчас попробуем это все залить. Так, где наш токен? Так, а единственный момент, что у нас, кажется, папка dist. А, все, понятно. Значит, нам нужно будет dist triangle.hse open source 1.13 CP. Вот этот вот указать. Вот. И теперь давайте посмотрим, что у нас получается в версии Python пакетов. То есть смотрите, что он попытается сделать. Вот это очень важный момент, что если мы попытаемся установить эту версию, то мы увидим, что вот они у нас файлы. То есть здесь указано, что нам как раз нужно CPython 3.12 и Mini Linux версии Glipsy 2.34. Вот. И на самом деле, если у вас вот этой версии Glipsy нету, то мне нужно залить исходные файлы, чтобы попытаться собрать его из исходников. Ну, то есть это вот чистый исходный код, который мы получаем. Так, хорошо, давайте я сейчас спрошу, есть ли какие-то вопросы по этой части? Понятно, что это такой пример, который вот позволяет нам в базовом варианте. Как раз запустить сборку наших проектов. То есть зачастую, где это может быть полезно, особенно это полезно во всяких нейросетевых решениях, то есть вот, допустим, у вас есть код какой-то на C++, да, потому что вы хотите, допустим, какой-то биндинг под Python написать, и тогда надо правильно паковать версии тех пакетов, которые у нас есть. Давайте спрошу, можем ли мы двигаться дальше? Все, давайте теперь мы займемся, во-первых, тем, что мы все то же самое зальем на пайпе.
Вот он, пайпе. Значит, вот он официальный. Сейчас бы мне тут пароль вспомнить. Вот. И заодно я покажу, как работает аутентификатор App. Кто там говорил, сеть вышки вырубила? Было дело. А-а-а. Кажется, мы не зальем. А, нет, зальем. Это баг был. Так, теперь смотрите. Меня попросила двухфакторную аутентификацию. Значит, у GitHub сейчас вот тоже есть эта двухфакторка. Значит, давайте я примерно покажу, что он делает. Вот он открывает вот такое приложение. Давайте сейчас я сброшу экран. Вот, оно пока... Ой, блин, оно сильно отсвечивает. Сейчас поправлю. Вот оно, аутентификатор app. Собственно, так. Вот они. Собственно, авторизация на пайпе, авторизация на GitHub, авторизация майкрософтовского и вот авторизация пайпе. Я теперь нажимаю на нее, и вот он мне выдает... Так не делайте никогда, напоминаю, это в качестве примеров. То есть он будет перегенерировать токены раз в 30 секунд. Да, соответственно, я теперь ввожу код, который у нас есть, 812.347. Вот, и вставлю verify. Все, вот он наш пакет. Значит, токены здесь нам тоже нужно будет выписать. Publishing. И здесь, кстати, есть publisher. То есть здесь есть publishing прямо из GitHub Actions. Можно указать путь к workflow. Вот. И указать, собственно, поддержку. То есть прямо из этого места можно грузить пакет. Можно грузить вручную. Так, давайте я как раз аккаунт settings сделаю и сделаю себе новый токен. Ну, пока что на весь аккаунт мы запрашиваем токен. Вот, и теперь мы можем с вами залить наш код. Так, я теперь делаю find upload и убираю, что репозиторий у нас теперь пайпе. Вот, это уже у нас получается с вами. Версия пакета, которая у нас заливается на наш пайп. Вот наш проект теперь. Вот он, Triangle Open Source. HSE Open Source. Вот они, версия. Собственно, если нужно, мы можем добавить еще коллабораторов, которые могут заливать наш проект. Вот, то есть в таком варианте мы с вами уже можем работать с нашим окружением. Так, давайте теперь, наверное, перейдем все-таки к докеру, да, потому что это тоже достаточно популярный способ релиза пакетов. Значит, зачем нужен докер? Значит, это на самом деле движок для контейнеризации, который нам сильно помогает в паблишинге наших пакетов, да, потому что одно из основных требований, которое есть, это требование к воспроизводимости. В докере у нас создается отдельное окружение, которое, в принципе, если что, желающие товарищи могут всегда выполнить. Да, и в нашем случае как раз для того, чтобы это все работало, давайте попытаемся запаковать dev-пакет для нашего окружения. То есть мы тут поставили как раз requirements.txt. Значит, здесь у нас идет build, twine, auditwheel и patchelf. Значит, единственное, что нам нужно будет сделать, это аккуратненько наш проект собрать, да, потому что здесь у нас будут некоторые проблемы с авторизацией. Значит, чтобы собрать файл, мы с вами создадем файл Docker файл. И здесь нам нужно указать версию образа, с которой мы с вами стартуем. Я предлагаю сделать следующее. Мы укажем from Python 3.12.
И здесь нам нужно будет выполнить обновление всех пакетов. То есть мы будем послойно наш образ собирать. Y мы ставим для того, чтобы был prompt для введения команд. И мы делаем так, Python 3 virtualenv. Значит, ставим системный virtualenv. Вот. Либо мы можем не ставить этот virtualenv и оставить эти ограничения. Давайте вот тут я сделаю комментарий. Значит, и дальше мы должны сделать следующее. Мы должны скопировать наш весь проект. Значит, это плохая практика. Обычно вам нужно сделать следующее. Нам нужно скопировать только те файлы, которые есть у нас для сборки наших проектов изначально. Значит, поэтому я создам новым слоем папку packages. Дальше скопирую requirements dev.txt, requirements.txt в packages. И чтобы не использовать лишнее место на диске, я сделаю следующее. Run. Сделаю команду. Значит, run pip install. И смотрите, укажу, что я не хочу, чтобы у меня файлы кэшировались, потому что у меня сборка образа предполагает, что он может быть у нас идти в продакшн. Вот, поэтому мы делаем pip install минус-минус no cache, минус r, и ставим requirement. Так, давайте перейдем в другую папку. Для перехода в другую папку нам нужно выполнять команду workdir. Команду cd мы не можем выполнить, потому что команда изменяет только состояние нашей системы именно по файлам. Переход в другую директорию не меняет состояние по файлам. Значит, мы делаем workdir packages и ставим requirements dev.txt. Да, кстати, нам, видите, линтер тут помогает. Вот, и дальше мы копируем весь наш проект в Workspace. Чтобы у нас лишних файлов с вами не было, мы можем помимо Docker-игнора создать Git-игнор, создать файл Docker-игнор. То есть это те файлы, которые мы не хотим, чтобы у нас попадали в образ. Мы не хотим, чтобы у нас попадал файл env, мы не хотим, чтобы у нас попал файл dist. Значит, и у нас получается все остальное, в принципе, есть. Так, давайте я еще тут пайтест поставлю и coverage. Вот, и давайте попробуем собрать нашу команду. Значит, чтобы собрать команду, нужно использовать Docker. И давайте hse open source. Точка. Значит, точка — это путь к контексту. Вот. Заодно, пока мы ждем сборку, давайте посмотрим, куда мы будем заливать. Значит, самое популярное хранилище образов — это Docker Hub. Значит, давайте я авторизую сразу сюда. Вот. Образы здесь их очень много, и вот видно, что у меня есть как раз некоторые образы, которые есть, и мы можем использовать их. Да, то есть тут некоторые из них публичные, один приватный разрешается. Вот. Тут есть поиск уязвимостей при желании, то есть мы можем его использовать. Вот. Но в целом сейчас он у меня поставит пакеты. Кстати, удивительно, что он не срубнулся. Вот, значит, и да, последний момент. Хочу рассказать, что мы можем сделать workdir workspace. То есть указать рабочую директорию, в которую мы хотим запустить. Значит, теперь давайте проверим, что у нас все работает. Значит, Docker Run запускает контейнер. Указываем опцию минус i — это интерактивный режим. Минус t — это режим получения промпта. Значит, вместе они образуют минус и t. Если мы хотим работать с командой строкой, нам нужно, чтобы вот прилетал к нам, и более того, мы могли бы писать какие-то, получали приглашения. То есть иначе у нас командная строка не отобразится. Значит, теперь мы делаем HSE open source и запускаем команду. Команда, которую мы хотим запустить, это команда bash. Значит, давайте попробуем теперь собрать наш пакет.
setup python minus m build. Вот он у нас пакет. Значит, дальше у нас, кто у нас был? Как у нас команда называется? Альф, не Олимбик, Repair. Audit will repair. Проверяем. Все, поправил, да, то есть как бы у нас все работает. Это означает, что у нас образ работает. Единственное, давайте я поменяю команду, из которой мы стартуем. Это будет у нас binbash. Значит, зачем нужна команда? Команда нужна ровно для того, чтобы у нас, когда я в следующий раз запустил наш образ, мне не пришлось указывать latest. Вот видите, я сейчас запустил latest, команду по умолчанию у нас работает bash. Вот, поэтому мы берем... Собираем с вами еще раз этот образ. Есть, то есть мы собрали его. И теперь давайте важный момент, что я должен его залить в регистре, поэтому я его должен на назвать правильно. То есть полное название нашего образа – это название хранилки, слэш название нашего файла, ой, название нашего репозитория, слэш название нашего пакета. Да, поэтому мы делаем следующее. Я указываю Docker.io, я могу оставить. Я указываю наше название сервера. Вот. Дальше у нас идет Docker.io. Library. Так, не library, Ахтямов Павел. CSE, open source. И важно указывать, что за версия пакета. У нас версия пакета 1.3, поэтому я делаю dev. Вот. И теперь мы заливаем этот образ. Давайте я правильно его назову. Я назову его еще Python 3.12. 3.12. Тут лучше назвать, наверное, так. 3.12-1.3 dev. То есть указываем версию питона, указываем версию пакета, указываем наш этот. Указываем setup. И теперь заливаем наш образ. Да, у меня заливка уже пошла. Если, допустим, у вас не идет авторизация, нужно будет сделать докер-логин через логин-пароль. Вот они, наш образ. Теперь очень важный момент, который я хочу показать. Это такой трюк. Как сделать так, чтобы у нас образ был не только для Python 3.12. У кого какие версии есть? То есть предлагается поставить еще один питон в докере. Ну, не, если мы ставим еще один питон в докере, это, конечно, будет перебор. Все-таки мы хотим, чтобы у нас контейнеризированные приложения были, ну, нормальными. Смотрите, у образов есть команда. То есть мы можем передавать либо переменное окружение, а мы можем указать следующую команду. Arg и написать Python version. И здесь эту переменную подставить. Вот, как это запустить? Это запускается так. Docker build. Значит, давайте мы сразу тогда назовем наш образ правильно. Docker build минус t 3.11.
Да, и дальше мы говорим следующее, что минус-минус build arg равно Python version равно 3.11. И мы пошли собирать образ Python 3.11. То есть у нас работает подстановка версии Python. Так, вот он у нас образ залился. Вот. И получается у нас тоже мы можем залить наш образ. Вот, то есть это очень красивое решение, аргумент сборки. Его можно использовать для разного, для подстановки аргументов динамических, для указания версии образа или для всяких дебаг-пакетов. То есть я обычно, когда работаю с релизами, я обычно ставлю дебаг-менеджер. Специальный. Так, хорошо, давайте вопрос по этой части. Возможно, про докер я достаточно быстро все рассказал. Google Colab, чтобы по ссылке запустить докер. Хороший момент, мне надо подумать на самом деле над этой штуке. По идее, где-то должен быть контейнер регистри, который бы смог это запустить. Вот, походу я вот... сходу я не могу ответить на этот вопрос. Вот, значит, теперь давайте последний момент, который хочется все-таки рассказать. Это про CRUN. Это пакетный менеджер для R. И с ним больше всего проблема. Значит, во-первых, он вручную управляется, то есть он управляется практически вручную. Вот. И для того, чтобы сделать установку пакетов, у вас будет вот такой вот шаг. Он, правда, автоматизируемый. Вот. Но вторая вещь, которая заключается здесь в том, что, ну, видно, что это старый интерфейс, поэтому нужно тут прямо заливать файлы, но есть автоматические аплодилки. Но тут очень важно прочитать стратегии, правила, которые описываются в этом пакетже. Вот, то есть это прямо детальное именование пакетов. То есть здесь есть тоже такой же description. И здесь есть типа initial submission и resubmission. То есть здесь нужно как раз создавать пакет r. Ну, arc kmd build. Вот, и тут есть следующее. Вот, видите, значит, апдейты предполагается заливать не чаще, чем один раз в 1-2 месяца. То есть, если вы начнете спамить CRUN, то вас в бан отправят. Вот. Значит, а дальше здесь написано следующее, что как бы обновление пакетов может занять как минимум 48 часов. Вот, то есть здесь именно ручное управление, и здесь есть два раунда ревью. Первое – это автоматическая проверка вашего пакета, и второе – это ручная проверка вашего пакета. То есть вручную вас проверят, что у вас выполнены формальные требования. Вот, это чем-то напоминает то, как у нас в стране регистрируются программы для EVM. Может быть, кто-то из вас сталкивался, ну вот я сталкивался с этим, что вы как бы отправляете там на госуслуги пошлину, вот, и оплачиваете пошлину, и описываете все ваши пакеты и прикладываете исходный код.
То есть там просто оно делается в заявочном порядке, но все равно небольшие проверки делаются по названиям пакетов. То есть проверяют, собственно, правильно ли вы назвали пакет, действительно ли он удовлетворяет требованиям программы для EVM. Ну, то есть именно формальное описание, формальный реферат. То есть, грубо говоря, здесь у нас получается сочини реферат на свою тему, на тему своего пакета. Ну и там есть какие-то строгие ограничения. Здесь тоже идет проверка в ручном режиме на вот эти вот ограничения. После этого вам присылают версию пакетов. Вот, при этом, если у нас в PyPI это большая помойка пакетов, в которой есть ограничения по тому, какие пакеты у нас используются, точнее, нет ограничений, и это мы можем использовать в своих собственных целях, то есть есть фаерволы, которые есть, там была уязвимость, которая указывает, что в пакете Colorama там было следующее. Смотрят pull request, ничего не видно. Есть просто пустая строчка. Но просто дальше в конце за пустой строчки скрыли эксплойт. То есть весь экран есть, и, ну, и никто не промотал вправо скроллбаром, а там, оказывается, был эксплойт. Его пропустили, и в итоге взломали там где-то тысячи или десятки тысяч серверов в один из прекрасных моментов. Вот, в Сиране все-таки здесь все находится намного лучше, и те пакеты, которые, допустим, ломаются зависимостями, там прилетают прямо из Сирана прямо пакеты, прямо предупреждение. Вот, и все пакеты, которые есть в Сиране, они тоже есть здесь. То есть это именно Package Manager репозиторий. То есть здесь как раз находятся все пакеты, которые заливаются в систему. То есть, видите, они прямо хендлятся здесь. То есть, как только заливается какая-то новая версия, они здесь в том числе эти пакеты и попадают. Вот. То есть их публикуют именно сюда. Вот, собственно, здесь как раз нужно уписывать версии. Depends, imports, то есть что именно нужно, дополнительный suggestion, который есть, и дополнительно у вас появляется DOI. То есть вам присваивают DOI, поэтому это больше, как сказать, для научного исследования. Вот, ну и, собственно, здесь нужно указывать еще бинари. Бинарные файлы собирать для разных систем. Вот, давайте все-таки я сейчас попробую. Все, у нас образы залились. Давайте посмотрим. Вот он образ, да? Его даже, по-моему, кто-то уже скачал. Вот, они полное название наших образов. То есть вот они как раз у нас есть, и мы их можем использовать для нашего окружения. Вот, то есть, и теперь, собственно, когда у нас появляются инструкции для сборки, мы можем как раз в README MD написать, что мы хотим с вами собрать этот проект. То есть указать, что сборки. Где у нас тут команда? Вот, ну и дальше Python минус M. Ну, образно говоря, давайте мы сейчас как раз сделаем заливку нашей версии. Вот. И в GitHub Actions тоже поддерживается докер. Так, давайте, наверное, это, так сказать, галопом по Европам, то, что нужно было, наверное, рассказать за те час 20, которые у нас были. То есть главное, что мы поняли теперь, как работают разные системы публикации репозиториев, то есть посмотрели, как заливать все файлы в Сиран, получается, в Сиран посмотрели, какие процедуры есть. Посмотрели, как заливается репозиторий в PyPI,
посмотрели, как заливается все в Docker Registry и собрали как раз dev сборку. Заодно я вам рассказал некоторый трюк, который позволяет вам держать несколько версий сборки. Вот, то есть теперь мы можем прямо в GitHub, есть механизм actions, механизм именно матричной сборки. Вот, и здесь уже можно будет указать, собственно, что мы хотим собирать несколько версий нашего проекта. Насколько часто? Смотри, вопрос такой, зависит от задачи и от ее применения. Значит, R часто сейчас применяют в биоинформатике, то есть это по факту так или иначе остается все-таки основным языком, и в какой-то степени ее используют в эконометрике, потому что большое количество статистических тестов и вот модели, которые строят линейные модели, пакет Лима, он, точнее, проверяет стат гипотезы для линейных моделей, он находится в R. Понятно, что потихонечку находятся замены, то есть если мы говорим, допустим, да. Ну, потихонечку находятся замены, которые переписываются на Python, но все же там в плане окружения, как бы, если мы посмотрим RStudio по сравнению с JupyterLab, ну, JupyterLab еще работать надо для того, чтобы дойти до уровня RStudio. Вот. А так, да, получается горное дело, получается биоинформатика, эконометрика. Ну, вот такие разделы. То есть, ну, хотя, несмотря на это, есть все равно замены. То есть, допустим, тот же так, не андат, я забыл, короче, пакет, который забыл, позволяет всякие биоинформатические вещи делать. А, нет, да, похоже. Вот, какой-то вот такой пакет, да, собственно, он замена классическому сюрату. То есть это пакет, который прям must-have там для single-cell, для обработки единичных клеток. Я сейчас попробую найти. ScanPy, вот, забыл версию пакета. ScanPy, вот по факту, это аналог ARA на. Ой, аналог Серата на питоне. Вот, поэтому с АРом тоже нужно, ну, в какой-то степени мне приходится сталкиваться, поэтому, возможно, тем, кто тоже работает. Будет полезно. Так, ну, наверное, давайте вопросы еще. Да, вопросов нет раз, вопросов нет два, вопросов нет три. Да, Павел, большое спасибо за и сегодня за лекцию и вообще за весь курс, который ты прочитал. Мне лично было очень интересно. Уверен, что нашим слушателям тоже интересно, зрителям и тем, кто к нам подключается. По крайней мере, мы видим это по просмотрам онлайн-записей. Вот. Очень здорово. Приходи к нам еще с не только с образовательными семинарами, но и с научными, если вот по твоей теме, например, либо с любой другой темой, которая тебе будет интересно с нами поделиться. Окей. Вот. И всем большое спасибо, кто подключился к нам по Zoom. Всем большое спасибо, кто смотрит нас в записи.